Всем привет, сегодня будет обзор по снятию вариатора на тайге, по снегоходе тайга. Вот тут как бы для смазки бывает, много раз приходится это делать. Вот так, так как бы на месте вот, тяжело это сделать. Многие как бы спрашивают это как бы сделать, приезжали мне. Вот тут я, кажется, очень просто это делать. Берешь там ламину хорошую. Вот раз и все. Вот, говорят, что снегоход как бы не развивает оборот и скорость. Потому что вот земля попадает, от ремней всякая мусор, это что-то. Вот видите, даже удобно получается здесь. Пыль всякая, это что-то. Вот приходится это смазывать, разбирать. Обычно это я не раз... Ну, когда грузики подтачивать там, вот там подбивают. Вот. Ну, как бы есть обычно оборотов там, ну, 40 километров. Потом где-то обороты надо побольше дать, он как бы тяжело переходит. Вот приходится это там подрабатывать, разбирать. Откручиваешь, это как бы сейчас откручивать не буду. Просто вам покажу, как тут это снять. Многие просто не могут снять как это. А сейчас смажу и обратно поставим все. Смазка тут как бы. Нормально. Ну как бы не моргаем пальцем раз. И пошло. Смазал. И зачем у меня вариатор уже около 30 тысяч, все родной вариатор ходит. А то пишут там в интернете, там 5 тысяч вариатор прошел, развалился. У меня ничего, пока нормально. Ну конечно уже можем заменить, но. Денег стоит. Зачем это лишнее? Ну да, ничего страшного. Главное, это шкивки не вымазать. А то ремень потом буксовать будет. Так вот собираться. Ну все, что нас самое затянем, можно попробовать завести, посмотреть, как вариатор работает. Вроде ничего сложного нет, да. Так, потом, конечно, и этот вариатор снимать. Ну, кто-то разбирает, разбирает его, но я обычно редко разбираю его. Вот так. Потом что-нибудь следующее покажу. Ладно, давайте, пока.